Голосование за выпускницу 2013 на нашем сайте заканчивается 4 июля в 10 часов. Результаты зрительского выбора в ближайшее время тщательно проверят. К такому решению пришли организаторы конкурса. Они засомневались в соблюдении правил голосования некоторыми посетителями сайта. С одного IP-адреса можно было голосовать за несколько участников, но только один раз за каждого. Специалисты устроят проверку подлинности голосов. Одна пройдет обязательно до остановки голосования, а другая пройдет после остановки голосования. И уж не в защите, друзья мои, та часть, которая была внесена при помощи технических средств, помимо правил, в обход нашей системы с одного IP-адреса один голос, эта часть голосов, так сказать, нечестная часть голосов, будет обязательно обнулена. Проверку проведут независимые специалисты, так что в честности организаторов конкурсантки могут не сомневаться. Впрочем, как и в результатах голосования жюри, которое завершило свою работу вечером 3 июля. Более 10 человек, представители фирм, спонсоров проекта, а также уважаемые люди города, выбирали девушек по разным критериям. Индивидуальность. Наверное, все-таки невинность и соответствие возрасту, потому что очень многие девочки грешат тем, что они на выпускном стараются быть светскими львицами. А истинная красота, по-моему, в том, чтобы подчеркнуть свою молодость. Еще одним этапом голосования станет опрос работников нашей телерадиокомпании и вас, уважаемые зареченцы. Ваши симпатии и предпочтения на этом этапе мы будем узнавать при личном общении. Свидание на улицах города с Андреем Яркиным вам назначат 4 июля в программе «Доброе утро, Заречный». И уже к концу недели мы планируем подвести итоги конкурса «Выпускницы 2013», а выходные наградить победительниц. Но это лишь планы. По опыту прошедших конкурсов случается всякое. Я помню, одна девушка от нас сбежала аж в Орел, мы ее оттуда ждали. Здесь очень многое зависит от них. Мы предполагаем, а наши конкурсантки в данной ситуации располагают. Остается совсем мало времени до завершения конкурса «Выпускницы 2013», так что делайте свой выбор и голосуйте честно. Ирина Герасимова, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».